Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика ретро-игры. Итак, мы с вами продолжаем проходить Super Mario Bros. Окей, у нас в этом выпуске пятый мир. Окей, мы уже дошли до пятого мира. О, отлично, ставим лайк и погнали. Итак, пятый мир. В конце серии нас, короче, убила вот эта зеленая черепаха. Сейчас мы ей отомстили. Вот. Ну и давайте-ка смотреть и пробовать, что преподнесет нам этот мир. Прошлый мир, как бы, бляха, местами был такой нормальный, да? Кстати, особенно с этими прыжками по большим, короче, этим мухоморам. Тихо, 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 тихо! О, отлично. Так, где тут? Звездочка. Иди сюда, звездочка! Звездочка! Пушки! Тут еще и пушки. Тут уже пушки появились. Бегом. Всех сносим нахер. Всех нахер сносим. Здесь ничего. Тихо. Стреляй! Вот я сейчас прыгну, она стрельнет. Ладно, допустим. Так, можно спуститься. Можно спуститься, окей. Кстати, опять вот этот такой вот подвох, как и в прошлый раз. А погоди-ка, а могу ли я? Я сделаю вот так сейчас. А ну-ка. Так. Почему время-то уже быстро так кончается? Бляха. А что так время-то быстро кончилось? Быстрее, собираем все монеты, жадность фраера сгубила. Окей. И сейчас надо как-то быстро. О! Тихо, надо как-то быстро сейчас бежать к концу уровня. Сто, отлично, но я хоть успел. Отлично. Хоть успел. Сейф ставят. И погнали. Так, аккуратно. Зачем? Фу, повезло. Я не на маленький прыжок нажал, но повезло, сработало, короче. Так, где тут грибы? Да, грибы! Отлично. А, тихо, черепашка-ниндзя! Со своими молотками тут. Тихо. Как тебя? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Собака. Вот собака, черепаха. Окей. Ой, бляха, тут еще и плавать. Так, отлично, жизнь! Я ее просрал только что. Жесть. Ой, с самого начала. О, чуть не застрелил. Оп, отлично. Тут где-то этот. Гляди-ка. Отлично. Гриб. Грибок. Тихо. Бляха. Спускаемся в воду. Я поплыл. Тихо. Ай-яй-яй, рыба. Ну как так-то? Фу, нихрена себе запрыгнул такой. Придумал тоже мне. Ускорился, бляха. Тихо. Никаких. Отлично. Ох, как четко получилось-то. Во, отлично, у нас есть в запасе это. Жиза. Я могу, если что, ее здесь потратить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну все, я ее потратил.
Тихо. Кальмары, тут осьминоги, кальмары. Тихо, поплыл. Да куда ты? Залезь ты в дырку. Окей. Жесть. Просто жесть. Так, где тут грибы? Грибы! Мне нужны грибы. Где грибы? Звездочка, ну ладно, звездочка тоже отлично. Погнали. Тихо. Погоди-ка. Блядь, зачем я все просрал? Надо было сначала эти монеты. Че такое за трэш-то происходит? Че, заново? Нет, здесь был этот... Чекпоинт. Тихо. Откуда здесь эти? Не макаки, эти черепахи. Да сдохни ты уже. Так, где там? А теперь вот заново. Вот так вот взял и заново, бляха. Вот так вот взял и прямо вот заново этот уровень начал. Жесть. В принципе, я не вижу смысла, короче, плыть. Я вот не вижу в этом смысле никакого. Умри. Там, в принципе, ничего интересного в этом под водой. Вот. Есть здесь эти грибы-то? Бляха, и грибов нет. Тихо. Аккуратно. Минус одна. Минус вторая, хорошо. Тут у нас звездочка где-то, звездочка. Звездочку берем. Тут главное гриб не просрать. Тут сейчас вот так вот сделаем. Отлично. Ааа, я просрал гриб опять. Ну что ты такое будешь делать? Я из-за них вниз полетел. Жесть. Фу. Ну, Марио, ну проказник. Раз. Да блеха. Два. Так. Это у нас второй. Это только второй, короче, да? Второй эпизод этого мира. Тихо. Отлично. Захавал. Так, теперь главное не упасть. Ай-яй-яй. Фу, как это было опасно. Это очень опасно. Отлично, могу пуляться. Да ёпти мать, ты как? Ну, что ты будешь делать? Ты как? Опять заново. Жесть, вот застряли в этом мире. Отлично. Так, тихо. Хорошо. Хотел сказать, что... А в смысле? Я же нажал на эту напрыгать быстро. Вот так. Да бляха, сраная черепаха, но... Во началось в колхозе утро-то, а? Тихо, аккуратно. Бляха. Я не знаю, как проходить это. Отлично, убил. Где жизнь? О, хорошо. Здесь что, по-моему, гриб... Нет, здесь ничего нет. Тихо. Это. Фу. Так, вот здесь черепахи. Отлично. Тут звездочка. Ну, в принципе, можно и без звездочки, можно вообще не заморачиваться с ней, как бы. Эти чуваки черные, они все равно, короче, падают вниз. Вот это главное взять. Это-тат. Отлично. Тихо. Фу, бляха. Это было сейчас опасно.
Короче, я сейчас цветок этот уничтожаю. Тихо, тихо. Вот так аккуратно. Здесь ничего, да? Тихо! Да стоп! Блёха! Как это все опасно-то происходит, ну? Я умер в прошлый раз прямо в конце уровня. Прямо в конце этого уровня, короче. Ладно, 2000, хорошо. И плюс, жизнь, да, мы сэкономили вроде как. Да, мы сэкономили с вами жизнь. Сейв стэт. Сейв стэт. И полетели у нас на три пули. Это опасно. Вот это опасно. Каждый уровень как преподносит какую-то опасность. Какую-то... Так, тихо. Хорошо. Вот за монеты, знаешь, дают жизнь. А за очки дают жизнь. Определенное количество очков. Тихо. Фу. Тихо, тихо, тихо. О, бляха! Вот сейчас повезло-то! Вот мне сейчас повезло-то! Ух ты жесть! Ух ты жесть-то какая! Просто кошмар! Dark Souls, говорите? Да хрен с этими Dark Souls, поиграйте в Марио! Вот нервишки-то пошалят! Жесть! Жесть! Итак, финал! Финал, босс! Тихо! Ни хрена себе! А я что-то не уследил, что она такая, эта, длинная. Шпала-то. Шпала-то огненная длинная, блеха! Вот обязательно надо в середину между ними, короче. Тихо, тихо, тихо! Вор разогнался-то, бляха. Вор разогнался. Тихо, не разгоняемся, аккуратно. Плевать на этот цветок. Я считаю так, да? Тихо, тихо, тихо! Бляха, ну! Нет! Ай! Ай-яй-яй! Я думал, под этой маленькой штукой, ну, под этим кирпичиком я спрячусь. А хер там был. Что началось-то? Что началось-то? Бегом, бегом, бегом. Тихо, 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 тихо. Стопы, стопы, стопы. Аккуратно. Бегом. Отлично. Вот так. Аккуратно. Аккуратно и спокойно все. Все, все будет. Все будет. Все аккуратно. Главное, главное не спешить. Главное не спешить. Все будет, бляха. Саная. Ах! Фу, чуть жопку не поджег. Ах! Одновременно со мной, короче, подпрыгнул. Ублюдок. Какие... Тихо, крип. Ай-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Я не успел подпрыгнуть. Я хотел, короче, взять грип и перепрыгнуть. Бегом, 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 бегом. Ай-тя-тя. Почему? Я нажал на прыжок. Я хотел проскочить. Почему? Почему, короче, это... Он не прыгнул. Марио. Да бляха. Я, короче, буду так вот загружать. Так быстрее. Давай, давай, давай. Давай, давай. Тихо, 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 здесь аккуратно. Здесь вот эта палка, она идет. Бляха, ну как так-то? А там вот поверх. А стоп! Собака! Что за дичь-то? Что за дичь-то сегодня? Я просто спешу, я просто спешу. Тихо! Бляха! Я просто спешу. Так, стопе. Ждем. Да как? Ну! Почему нет ХП? Мне нужно ХП. Даже в Dark Souls есть ХП. Да бляха! Сука! Что-то я там задумался, короче. Даже в Dark Souls есть, короче, ХП. Почему здесь нет? Тихо, аккуратно, аккуратно, не спешим, аккуратно. Без всяких там... Тихо, тихо. Да бляха, ну что ты будешь делать-то, бляха? Фу! Настроили, настроили тут, бляха. Пройди тут, попробуй.
Давай, давай, давай. Тихо, 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 сейчас меня съест. Ай-яй-яй! Тихо, тихо, тихо. Да хера ты там как с пулемета? Да блёха, сраный шарик огненный. Как же сложно, как же сложно-то, блёха. Это пока самый муторный мир. Получается. Я чувствую, дальше будет вообще жесть. Ой, бегом, бегом, бегом! Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Жесть. Мне надо как-то, короче, сэкономить вот эту вот свою пулялку и всякую вот эту вот хрень. Я же, по-моему, могу этого дракона убить, застрелить. Бегом, бегом! Да блёха! Сел на кукан, бляха. Окей. Я вроде как могу его загасить. Погоди, а почему поверху бы не пройти? Ну, а какая разница, да? Что поверху, что по низу, все равно одна шляпа. Тихо, тихо, тихо. Так. Шарики, шарики. Тихо, тихо, аккуратно, аккуратно, спокойно. Спокойно, аккуратно. Тихо! Почему ты так ускоряешься медленно? Я хотел под ним, короче, пробежать. Фу. Очень, очень сложно. Очень сложно. Тихо, 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 тихо. Отлично. А-а-а! Ну блядь! Ну блядь! Он вечно попадает в какие-то вот ненужные, знаешь, места, бляха. Вот именно в ненужные места. Вот вроде думаешь, вот хрен ты так вот попадешь. А нет, Марио умудряется, Марио все может. Тихо! Вот о чем я и говорил, бля. Почему он соскользнул, бляха? Окей. Муторный мир, просто муторный. Окей, надо собраться. Собрались силой, собрались волей. Давай, аккуратно. Вот так, отлично. Первые преграды прошли. Тихо, 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 аккуратно, стой! Фу, нет, блеха! Сука. Я почти дошел до этого дракона, бляха, почему ты не прыгнул, ублюдок? Жесть. Ай, блядь. Все, аккуратно, так же, а спокойно, 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 не спеша. Не спеша, аккуратно, спокойно. Тихо, тихо, вот здесь ждем, вот здесь стоим и ждем. Вот так побежал. Фу. Чуть жопу не подпалил. Отлично. А зачем я ускорился, бля? Зачем я это сделал? Сейчас. Сейчас. Сколько смертей уже насчитали? Ну-ка. Напишите в комментах. Бляха. Сколько смертей там? Пишите в комментах. Это, бляха, дендевская адская комната просто. Да сука! Я уже так наобум побежал просто. Короче, надо это... Как можно дольше сохранять вот эту вот свою красноту. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, аккуратно. Тихо, тихо. Я смогу, я смогу, я смогу. Отлично. Да. 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 Тихо, зачем прыгнул? Стоп, 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 стоп. Жесть. Да собака.
блядь, почти, почти я дошел до этого говна куска. Давай, прыгай! Давай, подожди! Отлично! О, да! О, да! О, блядь! Отлично. Но наша принцесса в другом замке. Окей. Мир 6-1, друзья. Мы смогли, это сделали, окей. Safe State, и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.